принцесса, пока я снимаю видео, принцесса, слышишь, пока я снимаю видео, ты сидишь и смотришь в окно. Вдруг кто-то пойдет ель выбрасывать, а мы оп, и новость. Витаю. Это новости из пальца. Что-то я совсем обленился. В отличие от машины по производству бессмысленных, беспощадных, безнадежных новостей. Пока я болел, этот бездушный алгоритм по сложению глаголов и существительных выдавал двойную норму. Вот палец, вот новости, вот код. И это мой код. Нет, я не нахожу их на улицах, снимаю в новостях из пальца, а потом выбрасываю. Поэтому поехали. Тем более, что работенка нам сегодня предстоит непростая. В Запорожье ожило спиленное дерево. Я есть груд. Кстати, судя по следующей новости, ожившее дерево было очень даже симпатичной особью. В Николаеве парень, покурив спайс, пытался совершить половой акт с деревом. На самом деле, выход из этих двух безнадежных и беспощадных новостей существует. Достаточно представить, что все происходило в обратной последовательности. То есть сначала был половой акт с деревом, а потом дерево ожило. Оп, и мы уже в сказке. В Бердянске выбрали супербабушку 2016. По-моему, супербабушка достойный персонаж для вселенной Марвел. Она бы хорошо вписалась в коллектив Мстителей. Каковы суперспособности супербабушки? Ну это же очевидно. Умение слепить вареники одной рукой. Невероятная способность связать свитер из песка и тумана. Но самое главное умение супербабушки. Супербабушка умеет рассмотреть проститутку в молодой соседке, даже если молодая соседка в пальто, на улице полночь, а бабушка без очков. В Киеве спасатели достали из-за шкафа хомяка Йоберта. Спасателями был произведен демонтаж шкафа, откуда извлечен целый и невредимый хомяк, который за пару часов успел сгрызть целую стопку детских рисунков. Хомяка зовут Йоберт, хозяйка говорит, что имя ему очень подходит. Это, конечно, все очень мило, но, по-моему, имя Йоберт подходит не только хомяку, но и журналистам, которые освещают спасение хомяков. Спасатели молодцы, вот к спасателям вопросов нет. Горе, страх, боль, и тут ты появляешься, врываешься в комнату, разрываешь на куски шкаф из Икеи, достаешь оттуда дожирающего детские рисунки хомяка, отдаешь хозяйке, поправляешь на бриолининый ус и растворяешься во тьме. Ну это же мечта, а не профессия. Житель Запорожья выбросил новогоднюю елку после 8 марта. Во-первых, не выбросил, а выжал из елки весь возможный максимум. На самом деле это же известный лайфхак. Хочешь сэкономить на цветах на 8 марта? Сбереги елку. А на удивленный вопрос, что это за ель, смело отвечай, что в этом году уродила такая роза. Да, без лепестков. Да, с огромными колючками. Зато она большая. Большая, как моя любовь к тебе, моя единственная. Моя желанная, моя рыбка, моя зайка, солнышко, где оливье, единственная, неповторимая, незабываемая. Когда начинаю говорить женщинам комплименты, просто перестаю себя контролировать, поэтому вернемся к новости. Кстати, это не первый запорожец, пишет издание, который больше 2 месяцев не смог или не хотел выбрасывать лесную красавицу. Кстати, я не первый запорожец, который закрыл сайт данного издания, не открывая его. А вообще, что это за штази? Что за желание держать горожан в напряжении? Какая разница, когда я выбрасываю елку? Может быть, она вообще у меня прижилась, проросла в паркет, и корни чешут лысину соседу снизу. Ваше дело какое? Как многие из нас помнят, и, естественно, стараются забыть, буквально на днях рэпера Гуфа не пустили в Украину. Но вот, судя по следующему заголовку, вот все-таки семечко рэпчика он успел забросить на нашу любимую украинскую землю. Новая Давыдкова пышается хреновыми заробитками. Это эпическое полотно на несколько экранов о том, как в селе Давыдково, где-то под Мукачево, десятилетиями выращивали хрен, продавали его в Москве, а теперь хрен. Свині з перевернутої вантажівки бігали селом. Більше 40 побилося, деяких дорізували на подвір'ї. Тут случай, коли вечір в хату, шашлик в хату.
Варена ковбаса і неапетитний суп. У Коломиї секретар міськради скуштував шкільний обід. Український чиновник, столкнувшись з реальністю, ведет себя как третьеклассник, который на родительском застолье перепутал свой стакан с папиной рюмкой. Они настолько удивлены, мир кажется им чем-то таким невероятным. И ревизора не надо, как в Днепропетровске в туалете пекут хлеб. Фоторепортаж. Лавашна в туалете. Колись М и Ж були окремо, тепер вони разом. Романтическая история. А замість жіночого туалету тепер лаваші, написал кто-то на своей странице в Фейсбуке, а кто-то превратил эту новость на своем сайте. Не важно, где я пеку, важно, как я это пеку. Главное, чтобы хлеб был вкусный, ведь так? Ну и пах хлебом. Ничего удивительного, времена суровые, люди крутятся и выживают как могут. Пекарня в туалете – нормальный стартап. Конечно, из-за этого другие люди теперь крутятся и выживают как могут. В Івано-Франківську человек украл кассеты для гоління. Какой-то микровор. По-моему, круче только украсть само бритье. Заходишь в барбершоп, просишь подровнять тебе кончики и делаешь ноги. И на следующий день у Івано-Франківських журналистов новый герой – усач Лавкач. Запорожские заключенные не успели сыграть в карты и выпить спирта, а проститутки уже тут как тут. Именно так должна была бы звучать полная версия этой новости, если бы в цепочке людей, которые ее создавали, оказался хотя бы один остроумный человек. Следующая новость, она последняя, но она расшатывает сознание похлеще маятника Фуку. Пішов з життя італійський письменник і філософ Умберто Ач, відомий своїм романом «Ім'я Троянди». Ач? Умберто Ач? З какого язика переводили вообще эту новость? Вот честное слово, я бы понял журналиста, если бы из жизни ушел известный писатель Умберто «Экстракорпоральное оплодотворение». Вот честно, честно понял. Но Ач? Умберто Ач? По всей видимости, мы столкнулись с последней загадкой известного итальянского ученого, философа и писателя. Да, Умберто Эко ушел, но после себя оставил нам свое альтер-эго. Я бы даже сказал альтер-эко. Умберто Ач. Последняя загадка гения. Это были новости из пальца, обзор самых, ну вы только что сами все видели, каких новостей Украины. Я буду уже заканчивать выпуск, потому что, по всей видимости, кота уже тошнит. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, на отдельный канал новостей из пальца. А я пойду дам кошке активированного угля. Запорожский журналист накормил кота активированным углем. Никто елку не выбросил, пока мы писали. Кто-то выбросил елку. Все, ребята, долг зовет. Прошу прощения за эти периодические интершумы, просто оператор собака.